всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фантом, Гудфокс, Миха, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, который вы любите на моем канале. Аниматроники пугают охранника, картов на всем. Я буду очень добрым аниматроником буквально несколько секунд, ну а потом злым. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, мы будем начинать. Пацаны, я не помню, это на этой карте можно закрывать двери через стенку? А, сейчас. Это я открыл или закрыл? Да. Я вспомнил. Ну ладно, не буду я использовать эту фишку на этой карте, то это нечестно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Пацаны, можете использовать оружие, только не очень мощное. Но если вы будете, конечно, выходить со своего офиса, буду сразу мочить. Выгнал его. Прогнал. Подлеца. Так, давайте зайдем сюда. О, тут же есть вентиляция. Давайте через вентиляцию к ним прилезем. Я уже на этой карте не записывал месяца два. Поэтому мы вспоминаем старые карты и записываем на них. Вообще написали сегодня в комментариях, Димас, напиши. Напиши ролик на карте FNAF 7. Я и написываю. У нас же есть ночной режим, я помню. Но он работает только когда мы играем от третьего лица. От первого. Во, отлично. Вообще жир. Давайте я удалю там фонарик. Я там лампу поставил, пусть будет по-хардкорному, чтобы не сильно было меня видно. Пацаны, ну что, вы оружие будете использовать или ссыте? Фантом, я же знаю, что ты псих, еще тот. Я тебя не вижу, я буду тебя... Не видно меня? А, вот ты. Опа, я вижу, оружка пошла в действие. Я буду, пацаны, бегать возле вашей вентиляции и пугать вас. Опа, 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 чекает меня, палит. Бенди сегодня зло, да, я вижу? Ух ты, я чуть за карту не вылетел, это что за оружие было? Пацаны, давайте, у меня 700 жизней. Легко вынести, очень. Такое вы должны меня поймать. Это было очень легко. Фантом, ты уже не такой, как раньше. Оружие не то взял. Да. Пацаны, буду наказывать. Чтоб вы более жестче были ко мне относились. Я к вам жестко, и вы ко мне. Давайте. ПВП. Отлично, отлично. Они даже не понимают, где я нахожусь. Смотрит, смотрит, смотрит. Надо ныкаться. Ого, у тебя пулемет. Ты его хоть, ну, держишь в руках. Не тяжело тебе? Чека, чека, увидел меня. Увидел с другой стороны, да? Да, Бенди, опять тебе не повезло. Да что такое? Сегодня не твой день. Так, у меня уже 652 жизни. Ваши патроны очень сильно меня задевают. Нет, не попал. Просто не попал. Ну, тебе в голову. Да? Нет. Надо валить. Они сейчас пригвоздят меня и замочат. Так, ночной режим, если отключить, вообще что-то видно? Видно. Довольно-таки неплохо. Так, пацаны. Ищут меня. Давайте возьмем другого аниматроника, чтобы было интереснее. А, у нас есть режим от третьего лица. Так. Ого. Это у нас большое яйцо. Пацаны, меня слышно вообще через всю карту или только рядышком? У меня 100 тысяч жизней. Я не знаю, это самый бесполезный аниматроник. Куча жизней убивать не может. Как так-то? Ого, кабан. Ну, сделай что-то мне. Пригвоздил, да? Может, я хоть чуть-чуть жизни выношу? Вообще, да, ни капельки? Блин, бестолковый какой-то. А звук издаю? Нет. Хорошо, будете мне очень долго мочить. О! Этот вроде это тоже не мочит, да? А, мочит, вспомнил!
Вот этот аниматроника, который звуки издает. Привет. Здрасте. Как у вас дела? Ну хорошо, все. А, понятно. Кто еще? По голове бьет, но жизни не тратится. Кстати, это на... есть карта там, где, помните, дверью можно замочить. Все, пригвоздил. Молодец, я двигаться не могу. Не могу. Нет, не могу. Как-то странная карта. Камера меня дергает в разные стороны. Я тебя тамщу. Слышь, пригвоздитель вонючий использует. О, все. Нет, не все. Пошел сюда. Так, это неинтересно, аниматроник. У нас, помню, был капкейк, но мы его вроде отписались от него. Слышь, там? Да, ходишь. Так, блин. Какие он еще звуки издает? А это? О, чайник закипает. У нас какие-то были аниматроники, они разные такие звуки классы издают. Во-во-во, вот они. Я пошел, пацаны. Меня видно или нет через двери? Ухо. Слышь, я вижу твой пулемет, я побежал. Беги. Вы мне можете замочить. Давайте стоп-словом пропишем, потому что эта музыка не сочетается. Сколько у тебя жизни? Так, у меня, пацаны, жизни 100 тысяч. Я понимаю, что это много, но есть шанс всегда вынести меня. Можете использовать монетки, можете использовать перегвоздитель. Мы можем. А, в следующей серии я добавлю коллекцию аддонов с оружием, где находится черное очко. Самая любимая оружка. Подождите, а где тут есть аниматроник, где у него есть два режима? Добрый и злой. Так, 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 так. Вот моя любимая аниматрониха. Ну как, пойдет? Идет нормально. Пацаны, плохо защищаетесь, надо лучше. Стены мочишь. Мочите, мочите. Я согласен, что вы меня можете наказывать. Я агрессивный сегодня. Просто вы не такие наигранные, как другие пацаны. А, ну понятно. Так добивай уже, давай. Сынок. Так, сидим. Сидим на картофанах. Я так и знал, что вы все возле двери. В следующей серии я буду уже охранником. Я покажу, как надо защищать пиццерию. Так, гвозди долго исчезают. Ждем, ждем, ждем. Все отлично, может двигаться. Я двери могу открывать. Это же взламывать может она. Класс. Двери бракованные отдали. А, получается, это что у нас? Кухня? Тут кухня у нас какая-то стрёмная. Выход. Выхода нет. Злостный аниматроник. Вот давайте сейчас придем к ним туда и посидим. Так. Кто-то среди вас аниматроник. Видно, да, меня палевно сильно? Да. Или нет? Ну так мочи, давай, накажи меня. Ай, ай-яй-яй, по жопе так больно. Блин, это аниматроник не лазит на картофанах. Я хотел, чтобы я мог... Есть, 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 есть. Помните? Напишите в комментариях, что сейчас будет происходить, кто помнит эту карту. Топовую при том. Вы помните, пацаны, что сейчас будет? Да, я помню. И что сейчас будет? У тебя будет пасхалка на карте. Я открыл эту дверь. Я открыл двери, там, где выходят какие-то черные монстры. И начинается карта заполоняться трупами от Бенди. Скажи своим братьям, чтобы нас полезли. Так, 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 сейчас будет стена идти. Сейчас, сейчас будет черная идти с этой стороны и с этой. Ждем. Как-то долговато, но она будет идти сейчас. И очень быстро. Вот она. И вот с этой стороны.
Прощайте, пацаны. Ай. Так, куда идти? Вас засосало, а меня еще живой. Я не вижу, куда идти. Пацаны, я... Вижу. Должен быть страшный скример вот сейчас вот. А дальше поорет. А, нема скримера почему-то. Вот он, да. Я знал и все равно дернулся. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!